начале 90-х появилась возможность проведения показательных воздушных боев между Су-27 и F-15. В 92-м году летчики Липецкого авиацентра посетили с дружеским визитом базу ВВС США в штате Вирджиния. Я выхожу вперед, а этот американский летчик, командир эскадрильи, сзади. И с этого положения я должен уйти от него и зайти ему в хвост. Вот тогда это считается победой. Заведомо он в прекрасном положении, ему задача только удержаться. Я его увлекаю вверх, с набором высоты выполняю форсированный боевой разворот. Он, естественно, идет за мной, теряет скорость в пределах меньше 650 километров и далее полное преимущество самолета Су-27. То есть я через полтора виража захожу ему в хвост. Он ничего же сделать не может. И мы потом беседовали с американцами. Ихний генерал летал с нашим генералом на спарке Су-27. Он вышел оттуда, он был в восторге.